Самые закаленные байкеры выехали на дороги нашего города уже давно, как только сошел снег. Но официально мотосезон открывается в мае. На автодроме ДСА владельцы выстроили в ряд мотоциклов всевозможных моделей и конфигураций. Поблескивая на солнце никелем, они притягивали к себе зрителей. Байкеры охотно рассказывали о своих мото- и квадроциклах и демонстрировали возможности техники. Сергей Лопатников – один из тех, кто не представляет своей жизни без скорости и рева мотора. Марка и модель техники для него не важны. Как говорит мужчина, главное, чтобы были два колеса и мотор. Он водит мотоцикл уже более 20 лет. Любовь к двухколесному транспорту передалась ему по наследству. Ну, может быть, семейная традиция. Отец ездил на байке, брат ездил на байке. Теперь я езжу на байке. Это очень давно началось. Среди собравшихся на открытие мотосезона было много новичков. Некоторые совсем недавно обзавелись двухколесным транспортом. Другие водят мотоциклы не один десяток лет. Их байки отличаются оригинальным оформлением. Мотоциклов в городе достаточно много, и они постоянно увеличивают свое число. Вот. Мотоциклисты не только молодые люди, но и девушки активно учатся, ездят. Причем многие ездят достаточно серьезно. В планах мотоклуба не только ездить по городу в свободное от работы время. Байкеры планируют организованные поездки далеко за пределы области. Естественно, мы не забываем о наших, можно сказать, подопечных, о детском доме, куда мы тоже планируем съездить. Но мы эти поездки планируем совместно с волонтерами. В честь открытия сезона ровно в полдень байкеры стройной колонной проехали по улицам Сарова. Маршрут мотоциклистов пролегал через весь город. Соблюдая правила дорожного движения, они прокатились и по старой части города, и по новому району. Елена Грискова, Артемий Глазков, Александр Мальков, служба новостей, Саров 24.